Для этого применяем технику труд по аббревиатуре Т – температура, Р – расслабление, У – упражнение и Д – дыхание. Итак, температура. Умойте лицо холодной водой. Организм решит, что в окружающем пространстве холодно и переведет тело в режим энергосбережения, включив парасимпатический отдел нервной системы. Вместо умывания можно приложить холодное полотенце на лицо и так постоять несколько минут. Расслабление. Постарайтесь максимально расслабиться. Обратите внимание на свое тело, что у вас сейчас напряжено. Постарайтесь напрячь самый напряженный участок в теле. Еще больше. После естественным образом придет расслабление. Проделайте это действие несколько раз, чтобы почувствовать облегчение. Упражнения. Подойдут любые физические упражнения. Дайте своему телу возможность снять напряжение. Дыхание. Делайте короткий вдох через нос и длинный выдох через рот. Можно использовать эти способы как по отдельности, так и попеременно. Попробуйте, что лучше помогает именно вам. После этого вы можете обратить внимание на свои мысли. Нужно попытаться понять, что в предстоящем экзамене вашего ребенка беспокоит вас больше всего. Чего вы опасаетесь на самом деле? Для этого нужно ответить себе на вопрос, что самое страшное может случиться? Постарайтесь обсудить свои страхи с кем-нибудь, кто может дать вам поддержку, или же просто выпишите их на листе бумаги. Чтобы, прочитав, попытаться проанализировать, что же именно вас пугает, настораживает или заботит. Попробуйте определить, насколько написанное или сказанное вами вероятно. Данные техники помогут вам быстро справляться с тревогой. Помните, что поддержка – это самое главное, что необходимо вашему ребенку.